Друзья, рад приветствовать вас. В сегодняшнем видео я вам расскажу о нескольких способах, как можно восстановить удаленные фото или видео на ваших iOS устройствах. Добро пожаловать на канал BackSpert, с вами Владимир. Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Итак, смотрите, друзья, немаловажно знать то, что у вас есть раздел «Недавно удаленные». Сейчас кто-то там скажет, что ты там рассказываешь, это уже все давно знают, но нифига подобного. Если вы удалили с раздела «Недавно удаленные», там они хранятся 40 дней. Есть еще раздел iCloud, вы точно так можете пройти, зарегистрироваться под вашей учетной записью. И там вы можете найти свой раздел фото общих, которые находятся в общем доступе, и недавно удаленных. Если вы удалили уже на устройстве, то вы можете восстановить именно как раз в этом разделе. Давайте же я вам покажу, как это наглядно выглядит. Удалили, напоминаю, что вы можете зайти в раздел iCloud. И уже с данного раздела вы сможете перейти в раздел фото и можете увидеть то, что оно у вас хранится также в недавно удаленных. Вам нужно перейти в альбомы и опуститься в недавно удаленное. Вы здесь точно так же можете восстановить данную фото. И, конечно же, друзья, не забываем то, что есть третий способ. Это самый интересный, пожалуй, но это в том случае, если вы сделали резервную копию в iCloud на вашем устройстве или же iTunes на ПК. Ну, точно так же вы можете делать это на ПК в iCloud. Советую вам, в принципе, делать у тех, у кого есть устройство ПК, да, неважно, ноутбук или компьютер, вы делаете там резервную копию именно на самом устройстве, не в iCloud, и вы можете с легкостью восстановиться. Если вы до удаления фото или видео сделали резервную копию, тогда у вас получится по третьему способу восстановить ваши данные. Вот, в принципе, все, что вам было необходимо знать, друзья. Также советую вам посетить мой телеграм-канал. Друзья, а что вы знаете о тех проектах, которые сейчас есть в Украине, где можно заработать по кэшбэк-системе и не только? Я вам могу порекомендовать свой телеграм-канал, где об этом я вас могу ознакомить. Здесь есть для украинского рынка и не только, есть общественный для мирового рынка. Заходите, делитесь с вашими друзьями, близкими, знакомыми, и вместе будем искать эти способы для заработка. Вот и все. Все полезные ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.